Продолжаем катать. Теплостанская возвышенность. Этот склончик тоже не кислый. Здесь тоже прошел ротрак. Что и хорошо. Что, в общем, хорошо. Конечно, скорость была бы выше. Но в целом это значительно лучше. Контролируем. Здесь как бы нельзя катать. Но мы съедем аккуратно. Там еще где-то метров 150 по прямой, и там во вражек, ну, в более крутой спуск. Но, в общем-то, больше половины тоже съехали. Просто потихоньку ехать не очень интересно. И, ну, а самая интересная часть склона, конечно же, съехали. Здесь я сейчас где-то метров, ну, тоже около 40, но чуть поменьше, 35, но больше 30. Пойдем катать дальше, разные склончики опробовать. Ледяные, не ледяные, отратраченные. По чистому полю тоже катнем. И посмотрим, как по насту. Вообще-то довольно забавно будет. В общем, попробуем. Скоро закат, и видосы будут уже с участием освещения на санях.